Эта серия называется «Голографические зеркала», и она представлена в виде и фотографий, и живописи. Но между ними есть некоторые тонкие различия. Я очень давно фотографирую в городе, и ну, вообще, когда путешествую или гуляю по моему любимому городу Москве, я всегда держу его как фотоаппарат и путешествую как в зазеркалье. Ну, это, конечно, связано с моим именем, но не только. В зазеркалье витрин и автомобилей, в которых отражается небо, люди, машины, другие. И множество разных вещей, и город смотрит как будто сам на себя вот в эти искривленные зеркала. И вот эти наложения смотрят друг на друга меня очень-очень интересуют. И это достаточно... Thank you.